Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе. Меры введены из-за урагана Харви. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате в связи с ураганом Харви. Это поможет обеспечить необходимую помощь властям и жителям штата со стороны федерального правительства, написал Трамп в своем Твиттер. По запросу губернатора Техаса я подписал документ об объявлении стихийного бедствия. Это обеспечит помощь федерального правительства в полной мере, отметил американский президент. Накануне урагану Харви присвоили четвертую из пяти возможных категорий мощности. По материалам сайта Newsgro.com.